Привет, ребята, и сейчас рассмотрим подключение двойного проходного выключателя. На примере вот такого выключателя. Это Асфора. И первое, что нам надо сделать, это определиться, где первый, а где второй проходной. Чем они отличаются? На первом проходном будет фаза, на втором, если все разомкнуть, не будет ничего. Что, поехали? Ребята, вот это выключатель на кухню, мы его пока не трогаем. Сейчас нам надо размотать. Он сейчас, кстати, подключен. Скорее всего, что вот этот вот красный, да, и является фазным проводом. Соединили. Теперь надо проверить, здесь ли фаза или нет. Она здесь. Вот, пожалуйста, смотрите. 220 вольт. На этом 0, 0, 0, 0. Размотали, нашли здесь фазу. И сейчас нам надо пройти ко второму выключателю и расключить его, рассоединить. Проверяем, есть ли здесь напряжение. Везде ноль. Возвращаемся к первому. Итак, 220 и проверяем. Видите, ничего не происходит. Итак, тогда мне кажется, что вот первая, ну, одна из групп. Мы ее сейчас замыкаем. Замкнули и идем на вторую, на второй выключатель. Ищем фазу. Фаза вот. То есть здесь у нас вот это вот фазные провода. Фазные 4 штуки. Поэтому берем вот эту вот. Оп. Это вторая группа. Это первая. Это вторая. Все вместе. Ага. Работает. Итак, начнем. Это все, значит, нам надо найти первую. Вот первая группа. Идем на первый выключатель. А это должна быть никакая. Отключаем питание, автомат, и подключаем. Вот так выглядит выключатель. Вот он с обратной стороны. Фазу подключаем вот сюда.
Так, здесь все подключили. Вот так вот это выглядит. Пока что так. Потом облагородим. Идем на второй выключатель. Здесь 220, здесь 220, здесь и вот здесь. Получается первый. Вот он. И второй. Соответственно, вот этот вот провод подключаем как тот красный, а эти по бокам. То есть вот этот вот провод, на котором 0, подключаем вот сюда. Так, здесь включаем все. Здесь начинаем выключать. Здесь все работает. Идем туда. Казалось сложно, а попросту это один проходной выключатель, просто дублированный, дублированная проводочка. Минуточку внимания. Вообще, видео снято для того, чтобы, если вы его сняли, то могли обратно и поставить. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Пока!